Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не страшно остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Читать о войне, о том, какой ценой далась победа, о русском солдате и силе его характера. В Центральной библиотеке все желающие могут прийти и у специального стенда прочитать отрывки произведений военной тематики. Около экспозиции нужно записать видео своего прочтения. На страничке ВКонтакте библиотеки Коряжмы уже выложены первые видеоработы коряжемцев. Однако цель у акции не только в чтении, важно знать и помнить. Акция «Читать, знать, помнить» стартовала 9 апреля. И ровно месяц до Великого Дня Победы библиотеки Коряжмы будут предлагать читать, знать и помнить. Суть акции в ее названии. Наша святая обязанность – помнить. А для того, чтобы помнить, надо знать. А знать мы будем тогда, когда будем читать. Каждый четверг и воскресенье в период проведения акции на странице ВКонтакте библиотеки Коряжмы под хэштегом «Читать, знать, помнить» будет размещена информация о памятниках Великой Отечественной войны, книгах о войне и статьи из областных периодических изданий периода военных лет. Специальную подборку уникальных фактов подготовили сотрудники библиотеки. 6 мая участникам акции будет предложен онлайн-тест. В материалах сетевой акции «Читать, знать, помнить» вы сможете узнать историю этих памятников, авторов, которые принимали участие в их создании, и узнать интересные факты о них. Уникальным источником военной эпохи являются периодические издания тех лет. Мы предлагаем вам ознакомиться с подборкой статей из областной газеты «Правда Севера» за 1941-1945 годы, которые на сегодняшний день являются библиографической редкостью. По итогам акции все участники будут приглашены 9 мая в 12 часов на площадку «Полевой читальный зал». Он расположится на набережной города.